На сцену приглашается Анна Салимон, 13 лет, Рабат, Мальта. Анна – дипломант и лауреат международных творческих фестивалей, активный участник многих культурных проектов на Мальте. В 2015 году была отобрана среди 2500 конкурсантов финал известного итальянского телевизионного конкурса «New Generation». Песня «Кукушка». Год приезжаю на фестиваль «Истоки», и, наверное, это мой самый любимый фестиваль, в котором я вообще участвовала, потому что такой настолько сплоченный коллектив и все такие добрые руководители, что ты чувствуешь себя не как на конкурсе, а как в семье, в большой, огромной семье, которая тебя всегда поддерживает.
Уважаемые друзья, мы рады приветствовать вас в торжественном открытии фестиваля русской культуры «Истоки» в Хабаровске. Сегодня наш фестиваль принимает концертный зал Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина. Позвольте нам представиться. Программу сегодняшнего праздника проведут Анна Салимон, которая приехала к нам из Мальты. Фестиваль русской культуры «Истоки» ставит перед собой очень серьезные цели. Популяризация и сохранение русской культуры и русского языка в России и за рубежом. Поддержка и развитие самодеятельной творчества жителей муниципального округа Хабаровске. Выявление и поддержка творческих способностей и достижений участников фестиваля. Наш фестиваль проходит под видом «Знание истоков кроется сила народа». И сейчас первым, кто будет выступать на этой сцене, это будет соведущая, которую сегодня много раз вы уже видели, Анна Салимон, Мальта. Подарила на глаза слезы краса. Ой, как она подарила, ой, как она подарила, красавица.
Анна Салимон. 28 октября в Москве начался 6-й международный фестиваль-конкурс «Русская культура. Истоки». Сегодня в нашем концерте принимают участие конкурсанты и члены жюри, соотечественники, проживающие за рубежом, из Канады, Латвии, Мальты, Молдовы, Болгарии, Израиля и Франции, а также россияне из Москвы, Хабаровска, Чебоксар, Томска и Новосибирской области. Давайте поприветствуем их бурными аплодисментами. Фестиваль-конкурс «Русская культура. Истоки» ставит перед собой очень серьезные цели – популяризация и сохранение русской культуры и русского языка в России и за рубежом, поддержка детско-юношеского творчества, развитие общественной дипломатии, расширение русского мира, укрепление дружественных межнациональных связей и международного престижа России. Наш фестиваль проходит под девизом «В знании истоков кроется сила народа».
Москва, Сапожник. Хабаров. Бандар. Гарант. Новосибирская область. Дом. Болгар. Мальта. Канада. Франция. Молдова. Латвия. Австрия. Турция. США. Участники и победители школы международного фестиваля космоса. Русский культ и соки. Я лечу над Россией, словно в сказочном сне. Иду пыли копые, машут кровнами мне. У кого золотые, на поверь все дела. О, Россия, Россия, ты такая одна. У кого золотые, на поверь все дела. О, Россия, Россия, ты такая одна. Мальта, город Рабат. Песня «Кукушка». Россия, Родина, зовем тебя, как прежде.
свет. Великая и древняя столица, улыбки дарит ей и звонкий свет. Вокруг такие радостные лица. И пусть колокола опять звонят, волшебный звук сердца людей разбудит. Пусть птицами мелодии летят и берегут такую землю люди. Давай возьмемся за руки сейчас, мы в разных странах, мы живем с тобою. Пусть фестиваль объединяет нас, мы россияне.